Ребята, всем привет, с вами Александр, легенда Дракономании и Чаровница. Смотрите, у меня было найдено 73 из 100, значит, мне не хватает сколько там, 27 осколочков, да, чтобы выполнить вот это вот условие, вот это вот, по-моему, условие, да, и получить дракона корни, конечно. И у нас есть вариант, короче, решить эту проблему, это вот, не, всего лишь 3 есть набора, но можно купить пазлик за 100 кристаллов, цена, конечно, неадекватная за один пазлик, то есть мне нужно 2700 по факту кристаллов потратить, чтобы эти пазлики, ну такое мне не надо, вот виповские, кому, у кого нет, можно купить за 45 кристаллов. Ну, я гнев драконов за еду купил, больше, в принципе, ничего другого покупать здесь не собираюсь. Так, ну, вот тут у меня гейзер эпический. Ну, давайте его разместим куда-нибудь. Разместить в... Сюда хочешь? Гейзер эпический. Да нет, там, мне кажется, тебе будет тесно. Давай куда-нибудь сюда. Вот сюда, пусть пока побегает. В принципе, это хороший, да, эпический дракончик гейзер. У кого вдруг его нет, то как бы можно взять в команду. Ух ты, 18 миллионов. Убрать. Да, давайте уберем. Почему бы нет? У нас денежка есть. Так, сегодняшний дракончик у нас это вот такой вот пиксельный дроид. В общем-то, дроид, да, как будто бы старая какая-то игра на 8 битке. Давайте покормим. Клановое событие мы продули, ребята. Печально, обидно, досадно. Так, давайте будем кормить нашего дракона. Ух ты, прикольно, как фрукты. Смотрите, как будто бы водоворот какой-то. На 20-й сразу. О, вот так. Вот так вот выглядит наш дракон. Дроид, это у нас было колдовство. Ух ты, колдовство. Кнопка появилась. Прикольно. То есть изменения в легенда Дракономании проходят. Нам тут предлагают его заколдовать, но смысл мне колдовать, у меня все эти стихии есть. Так. Так. Закрываем. Ну, давайте посмотрим на его показатели. О, я даже хочу его назвать. Я знаю, как его назвать. Так, тренировка. Неинтересно. Вот сюда переименовать. Лекса. Прикольно. Лекса. А как тут раскладку поменять? О, можно так поменять. Напечатать, да? Хотя зачем я поменял раскладку, кто знает, я не знаю. R2D2 будет у меня он. Он, конечно, не похож, но дроид есть дроид. Будет R2D2. Так, драконоводцу пришлось здорово попотеть, прежде чем он перепрограммировал дракона-дроида. И отучить его захватывать чужие жилища. Пришлось пустить в ход корзину с фруктами. Так, показатели 3800 за час, жизни 6800, удар 290. Вот такие. Так, кто у меня есть тут 20-й для сравнения? Сейчас мы давайте кого-нибудь найдем. Здесь 30-й. Вот 20-й, допустим, для сравнений. Агнес. Ух ты, 3800. А, ну это редкий. Монет тут приносит 3800, жизни тоже больше. Блин, и кота напало, ребята. Так, ты у нас кто? Вот, эпический. 6800 примерно так же, а монеток 2400. Неужто ли дроид такой жирный по монетам? Ничего себе. А ну-ка, я там я ничего не перепутал. Да, 3800 в час. Козырный этот. А сколько там какой-то легендарный приносит? Мне вообще интересно тогда. Кто мне здесь есть? У меня здесь есть вот кто. Лилит. Ну, Лилит, понятно, больше приносит. Так, кстати, это получается в прошлой серии. В серии про Овна. Я его вывел и не прокачал. Вот это я красавчик. Я могу. Красивые глаза у дракона Овен. Ладно, давайте его тоже кормим на 20-й. Ну, зато за эту серию мы прокачали двух дракончиков. На 20-й, и сразу нужно будет ему пробудить стихию. А Аид пока что у нас ждет своей очереди.
Но если это баранчик, то как же его нужно назвать? Конечно же, его нужно назвать Шон. Я никогда не смотрел эти мультики, но знаю, что баранчик Шон. Так, 400 очень мало приносит монет. На 20 уровне он приносит, как наш дроид. Жизни побольше, конечно. Очень мало монет дает. Очень мало. Так, пробудить стихию. 750 тысяч. Отлично. Водичку пробуждаем. Вот так вот. Так, что у нас тут? Давайте немножко соберем. Соберем монеточек. Так, 20-е, 17-е. Ну, я потихоньку поднимаю уровень на 20-й. Так, неинтересно. Неинтересно. Ну, на колдовскую арену мы сходим, конечно же. Так, еду давайте тоже соберем. Там-там-там-там-там-там-там. Пусть она... Пусть она собирается. Кстати, да, там что-то у меня битва с боссом. Давайте глянем битва с боссом. А, кстати, новая акция. Получить VIP-статус. Купить VIP-билет. А у меня есть VIP-билетик. У меня уровень сейчас. 7-й. Так, минуточку. Давайте вот сюда активировать. Да. Блин, зря монетки собрал. О, я монетки не собрал. Черт, точно, отлично. Я же не собрал монетки, значит, нажмем вот эту нашу волшебную кнопку. Так, это готово. Блин, а потратьте как можно больше монет. Золото. Ладно. Ну, время есть, потратим легко. На еду уйдет. 9 миллионов. Да, это вообще ни о чем. Да я сейчас какой-то остров уберу, да и все, заядлый фермер. А вот это, конечно, зря. Ну, тоже, в принципе, на ночь что-то 6-часовое поставлю, и будет все хорошо. Так, потратить. 6 миллионов и 6 миллионов. Акция выполнена. Правильно я понял? Правильно я понял. Битва с боссом. Так, да, уже доступно, ё-моё. Поменяли стихии, да, у меня уже моего факела здесь нет. Ну, в принципе, меня это вообще никак не пугает, не напрягает. И готовенько. Так, ну это третий круг у меня получается, да, идет. И здесь все сразу начиналось по 2 часа. Не было такого, что там минута 2, 5, 3, 10. Так, я вообще там успеваю хоть. 2 дня, 20 часов. Ну, должен успеть. За 2 дня один круг проходить. Примерно так. Так, что, забираем давайте колдовский сундучок. В принципе, давайте откроем еще какой-то колдовские какие-то материалы. У меня вот эти билетики, их же больше ни на что нельзя потратить, я так понимаю. Вот, ух ты. А зачем открывать 6, если есть 6 плюс 6? Двойной котел. А ну-ка, что тут здесь? Зелье. Среднее количество наград за открытие предмета. Что-то не понял. Легендарные 55 штук. И здесь то же самое. Давайте смотреть. Ну вот. А что это значит? Количество. Вообще непонятно. Что это за циферки, ребята? Напишите в комментариях. Вообще не догоняю. Двойной котел, 100 штук. То есть это ограничение, что ли? Максимальное количество, которое я могу открыть. Так. Фигня какая-то. Что у нас здесь по сундукам? Так, боевой сундук мы сейчас получим. Отлично. А, вот еще есть такие боевые сундуки. Эпический сундук. Черт, не хватит. Давайте так редкий сундук откроем. Блин, лучше бы я сюда, наверное, потратил. Зачем мне эти зелья? И зачем мне такие осколки тоже? Нафиг надо? Нафиг надо. Так, ну билетиков не осталось, ну ничего страшного.
Так, 900, ой, далеко нас откатило. Далеко нас откатило. Так, самый сильный уровень, лучший защитник, это 55-й. Это 55-й. Так. Листика. Ну, может... Ладно, ничего не буду менять, пойду так. Ну да, слабенький, нет, думал, будут все 55-е, но нет. О, брат-близнец. Так, звездная пыль. Дракончик Сумо, да, вы написали, что у него там свет и тень в стихии. Конечно, не очень прикольно. Потому что у меня эти стихии уже перекрыты. Перекрыты факелом и Анубисом. Но он самый сильный. Из легендарных, да? Сумоист. Хорошо. Осколочки нам попались нужные. Это хорошо. Так. Минус 17. Если проиграем, лучший защитник 50 на все звезды. Давайте возьмем тогда листика сюда. Ну и погнали. Надеюсь, он справится. Все легко, что-то как-то так легкие противники. И искать даже не приходится, это подозрительно прям. Пятидесятый на все звезды. Ну, на тебе. Да, вообще, легкотня. А я переживал. Так, еще нам легкий попался. Давайте сразу же берем сюда вот этого парня. И меняем на вот это. Тоже легкотня, думаю, будет. А если поставить галочку автовыбор? Но он, по идее, и будет предлагать всегда этого дракона. О! О! Крепкий попался. Еще крепче попался. Справится? О, еле справился. Блин, при том, что на 60% меньше урона я получал. Давай, бананчик. Так, ну и тут 57-й. Так, как эта штука работает? 50% недостающего здоровья вашего дракона превращается в урон. И все? Как эта штука работает? Странно. Неужто ли не хватило здоровечка? Ну ладно, кое-как затащили с перерасходом усилений. Так, лучший защитник 48 уровень. Шикарно. А вот как раз Миху мы сюда сейчас и зарядим.
Так, ну что, здесь все будут такие крепкие? Так, блин, зачем нам усиление? 10 уровней разница. Здесь 2 уровня решают многое. Такое себе. Вообще, что-то поменялось, что ли, в этой лиге? Все легкие противники. Так, ну все, мне больше сражаться некем. И опять же легкий противник попался. Очень странно. Очень странно. Колдовать. Вода. Так, мне что там нужно было? Вода, ветер. Вода, ветер и камень, да? И земля, в смысле. Там было 2 таких у нас дракона. Давайте сейчас я его найду. Вот. Вот такой дракон. Растафари. Так, атака 900 на 16 уровне. Или... Или вот. 924. 3400, 1500, 924. 3400, 1000... Они вообще одинаковые. Так, ну что-то мне Растафари как-то не очень нравится. Редкий. А среди эпиков разве такого не может быть? Эпик. Эпик с такими 3 стихиями. Мне бы больше понравился. Так. Так, вот есть... Это редкий, редкий, редкий. А, вот опять же редкий. Ты кто? Роллер. Ну, даже роллер мне больше нравится. Если качнуть на 16 уровень. Так, оно еще эпиков, может, давайте попытаемся. Эпика какого-то найти. Че, нету? Среди эпиков нету разве таких вот 3 стихийных, какие мне надо? Как-то очень странно. Две стихии есть. Блин, ребята, напишите в комментарии, есть ли эпик, у которого 3 стихии? Вода, ветер, камень. Почему? Странно, почему-то я таких не нахожу у себя, да? Среди эпик. Вот есть вода... Блин, это редкий. Редкий. Редкий, редкий, редкий. Вот вода, ветер, огонь. Опять же, не то. Вот. Вот этот парень. Эпик. Ну, 18. Ну, показатели, конечно, повеселее были бы. Я бы вот эпик какого-то качать бы потихоньку начал. Вода, ветер, зелень. Вот вод... Так, ух, какие тут эпики, смотрите. Красивая, да, но стихии не те, что надо. Так, надо на желтеньких смотреть. Но все равно нету, нету, нету. Да, печально, как-то печально. Ветер, камень. Вот. Ты кто? Леопард, кстати, неплохо, да, получается. 2 стихии перекрывает леопард. Леопард.
Усач перекрывает камень и ветер, если мне память не изменяет. Но он легендарный, потому не подходит. Так, так, так. Ветер, камень. Ну, блин, да, вот. Вот с энергией и вот тоже с энергией. А, здесь ветер, камень, а здесь вода, камень. Глина, да. Ну да, ну, в общем-то, жду, ребята, ваших комментариев. Какой эпик имеет три стихии? Земля, вода, ветер. Потому что у меня есть только два редких, перекрывающих эти три стихии. Жалко, жалко, жалко. Блин, вот смотрите, сколько эпиков с земля, ветер. Вот земля, ветер. Вот это леопард. А, мне просто дубль леопардов, да. Это все леоперды. Да, леоперды. Три леоперда у меня. Ну, вот, роллер, роллер, роллер. Ну, вот так вот, короче. Жду, ребятки, ваших подсказок. На этом тогда серию заканчиваем. Спасибо за просмотр. Код дружбы 5BF059. Так, если 5B0F59 или 5BF59. 5B0F59. Всем пока.